Подожди, я сегодня коснемся немного темы современной. Давно не ходил этой дорогой, этой тропой, и сегодня как раз-таки пройдусь по центральному рынку. Некоторые здания немножечко реставрируются, некоторые прям совсем заброшены, вы видите, да? Конечно, жутковатая картина. Очень многие, кто продают дом, участок, все, что можно вообще продавать. Печалит, конечно, ситуация, что прям в центре города стоят старые-старые дома, которые тоже кто-то продает по безумной цене, естественно, никто не покупает. Так сейчас живет столица Приднестровья. И, конечно, мне с одной стороны очень меланхолично наблюдать все это, камушки расставили на пне, и якобы это такое чудо-дизайн. А-ля у меня в кармане ноль денег, я не учился на дизайнера, но я хочу стать дизайнером, такое, знаете, дизайн. Вчера проходил мимо вот этой вот церкви гигантской, возле нее есть еще больше здания, где живут как раз такие попы и всякие там сестры. Но живут эти люди, конечно, очень нескромно. Прям в центре города, у них там комфортабельно, все классно. Максимально классно, я так скажу. Хотя налоги не платят. Не работают официально, вы понимаете, да, насчет религии. Меня печалит тот факт, что сейчас на Невзорова напали, никогда бы не мог подумать, что на этого человека. Вчера смотрел его стрим, выступление в Тель-Авиве, и там он говорил, что у него есть очень много документов, которые он может опубликовать, если с ним что-то сделают. А с ним 100% что-то сделают. Эта ситуация очень похоже на то, что происходит. Кстати, вот какая-то странная церквушка тоже прямо в доме. Наверное, свидетели Иеговы, не знаю. Эта ситуация мне напоминает то, что случилось с Навальным. Он тоже думал, что его не тронут. Он тоже думал, что как-то спасется, когда вернется обратно, после того, как на него уже новичком нападали. Но, увы и ах, его арестовали только недавно, ему дали, по-моему, то ли 10 лет, то ли сколько. Там, скорее всего, будет что-то пожизненное. Вот церковь, о которой шла речь. Тут отстраиваются, конечно, базары. Вы видите, что очень большие, крупные здания. А базар прям строится и строится. Это, в принципе, неплохо. Это бывший дом быта, вы видите. Раньше там было куча мелких разных магазинчиков, и на втором этаже были фото на документы, как и сейчас, в принципе, скорее всего. Дальше пройдем, кстати, рынок отстроили, где там лет 10 назад было только озеро, точнее, даже не озеро, наверное, болотистая местность такая неухоженная, и возле нее находилась еще церковь. Ну, церковь осталась, естественно, а вот болотистую местность как-то укрепили и выстроили там строительный. Это, я считаю, конечно, классно. Действительно заслуживает уважения. Очень жарко, кстати, сегодня. Буквально 17 градусов. Мне даже в куртке жарко. Аварийная машина. Поэтому я не беру кофе. Просто напросто уже жарковато, и горячо. Маленький магазин, мы зовем его мини-магазин. Ну а тут основная остановка напротив рынка, где все ждут, поэтому тут лавочка стоит. Хотя никаких обозначений остановки я не вижу, что, конечно, грустно. Также нет никакого графика, и никто не понимает, когда приедет следующая маршрутка, допустим, да, когда приедет предыдущая, будет. Это остается загадкой. Ну, а я сегодня увижусь со своим друганом. Не буду называть его имя в силу, наверное, конфиденциальности. Он, да, служит сейчас в российской армии.
послушаю инсайды какие-нибудь, если что-то расскажет. И, может быть, в дальнейшем вам расскажу что-то. Ну, вот так выглядит строительный рынок. Называется он Лиманный. Ну, и тут очень много всего для того, что если вы задумали какой-то ремонт, то вы его, естественно, осуществите. Мне, кстати, я вот только ремонт как раз-таки делал, поэтому мне пригодился данный рынок. Здесь я покупал первичку, вторичку. Я осознал, что первичка – это грубая, а вторичка – это мелкая. А раньше всегда думал наоборот. Ну, как-то так. И если внимательно присмотреться, там видно купол, крышу церкви с маленьким таким крестом. Если очень хорошо присмотреться, то можно увидеть. Раньше только она и стояла здесь. Ну, также построили вот большой магазин. В подвале тюльпан. Не знаю, тюльпан, что это за ассоциация. Остановка очень комфортабельная, необычный дизайн, прикольно сделан вообще. Хотя, конечно, мусорка стрёмная. Но это такое, знаете. Ой, там такой классный магазинчик. Магазинчик, точнее, вот такое красиво довольно-таки построено. Ну, скорее всего, это человек, который занимается церковью, может быть, поп. Может быть, это его здание, потому что оно прям выделяется среди всех остальных таким своим колоритом. 3 единички. Что это такое? Мерседес. Слушайте, жарко даже вот в тоненькой куртке. Вот я в тоненькой куртке, мне даже в ней жарко. Это, конечно, говорит о многом. На секундочку, сейчас начало весны. Представьте, что будет, например, в конце весны, в начале лета. Дикое жарище. Вот я сейчас уже готов куртку снять, скорее всего, так и сделаю. Еще вчера сплю очень много есть Сбербанков, точнее, я знаю, даже 2. Но, к сожалению или к счастью, это не сам Сбербанк. У него сайт Призбанк, но так называется именно как Сбербанк. Почему так и чем так, никто понять не может. Солнце потрясающе просто. Попадешь ко мне в блог. Там 2,5 человека смотрят, так что не переживай. У меня 8000 подписчиков так и осталось на канале. Это ты... Мама, снимаешь? Да, снимаю видео. Это ты, получается, что ведешь? Что за блог? Я, знаешь, просто такой видеодневник небольшой. Раньше я снимал... сравнивал, например, Android, iOS, там, iPhone. Помню, первые твои. Да. Вот я раньше этим занялся. А потом подумал, господи, я лучше буду вот где-то... Вести, короче, типа... Ну, такой видеодневник. Там повидал. Да. Тем более сейчас поеду вот в Германию, посмотрю, что там, как там, что там. Вот сейчас вот Тирасполь осваиваю, тоже смотрю. Очень красиво, мне нравится. Потрясающе просто. Боже мой. А в Москве такого не увидишь, потому что очень высокие здания, их до хрена, и солнце, если вот уже на таком уровне, его просто нет нигде. Это 100%. Итак, друзья, стричься, я тоже, кстати, хочу постричься. У тебя нормальная стрижка, чего? Сегодня будем играть на потрясающе крутой, ну как балалайке, это крутая гитара. Мы ее еще настроим. Я со своим друганом детства сегодня увиделись, и с его ребенком, йоу, пис. Да, я потом тебе скину ссылочку, посмотришь. А куда он побежал? Слушай, он сейчас поставит рекорд. Ну да, он спортсмен. Да, я вижу. А, здесь что ли? Да, здесь вот в парке. 20-27. Всем доброе утро, мы отправляемся снова в Кишинев, в Кишинтаун. На улице довольно-таки противная погода.
мелкий дождь. Наташа уже дома не... А это у нас городской стадион. И юные спортсмены как раз туда идут покорять. Потом уже, а, медицинский факультет, да, вот меня поправляют. Потрясающе выглядит. Внутри не был, но, думаю, меня Игорь Гафонов, мой друган, проведет. Я не могу с собой покажет не что-то. Искать с собой свой. Довольно-таки не получилось неплохо. А сзади уже идет Лечгородок. Там очень много зданий. Студенты учатся и сразу же практикуют, так сказать. Надо ли мне? Впереди у нас балка. Странное название, конечно, как металлический кусок. Балка, да? Что-то. Почему она балка называется? Загадка. Район Балка. Маленькие, комфортабельные, четырехэтажные дома. Странно, почему четырехэтажные, а не пятиэтажные. Они все, конечно, очень древние. Мусорки везде, кстати, обновили, что, несомненно, радует. Раньше... Подожди, у меня параллельно, я перезвоню. И сзади сестра по трем трубкам общается сразу с пятью людьми. Во дворе 500 тысяч лавочек просто. Я впервые такое вижу. Не очень удобно там все размещено. Еще до этого подъезда, да. Но, тем не менее, деревянный трон сверху. Так, друзья, давайте проведем небольшое интервью у женщины. Я так понимаю, что она просто берет и убирает вся во дворе лишнее. То есть вот посмотрите, как чисто, ничего лишнего нет. И меня, конечно, это удивляет. То есть это субботник, или она просто работает, или это ее двор. Вот давайте выясним, потому что я, например, свой двор тоже стараюсь. Шину недавно выбрасывал. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вы просто здесь проживаете и выбрасываете, как-то стараетесь чище сделать двор или как? Нет, я тут работаю. А, работаете, я понял. Хорошо, спасибо. Ну, я думал, что субботник, тем не менее, вот, можем немножко помочь ей, потому что время есть. В своем дворе я, вот, например, шину недавно выбросил, я, конечно, ругался очень. Тут видите, сколько хлама. Вот этот хлам, конечно, кто-то вывезет, наверное, я так думаю. Но тем не менее. Рыбу? Посмотрите, какая рыба есть, которая живая на рыбе. Знаете, что меня удивляет? Вот маска нужна для того, чтобы ты зашел в магазин. Это шрифт называется, магазин. Но внутри, я вам покажу сейчас, люди без маски.